Сказали, вся неделя будет теплая, а в мае еще будут заморозки. Я наоборот слышал, что в мае до плюс 25 будет. Нет, там будет немножко заморозка. Ну, как бы, это день-два. Немножко больше. Вот, а так уже все будет тепло. Тепло установилось. Шел снег, а с ним асфальт. Нет, потому что отмывали это бабло. Отмыли до последнего. И на дорогу ничего не оставили. Да лети ты, господи. Как же ты, блин, кого-то пропустишь, козел. А у тебя как это? Видеорегистратор. Ага. Господи, кто там насрать-то успел? Да там подвал затопило в этом доме. Так ведь уже второй месяц копают. Что, за месяц мне это не откачать из подвала? Не могут. Ну, так нет, так там... Много же, насрали. Там живут-то 2-3 квартиры. Да. Там же нет же этих. Ну, так а соседних домов все туда пошло. А-а-а. Вчера, да? И макароны доварила, все съела. Неделю собираюсь в магазин. Всегда два мешка еды. Да не клади прямо на мешки сверху.